настроим немножко, поправим все. Салемат сва, салам алейкум, здравствуйте, дедек Хилда Хьян, всем салем. Жана жил кутты болсын. Отбасы бакт, береке, саулык, жүректе тыныштык, тын. Дын саулыгын ысмыкты болсын. Алга койган барык. Максаттарыныз орындалсын. Друзья, поздравляю вас всех с 2021 годом. Дорогие мои родные, близкие, друзья, коллеги, одноклассники, однокурсники, соседи, знакомые, мои родные и друзья в России, на Урале, на Кавказе. Всем вам салем. Всем салем. В Украине, в Белоруссии, в Польше, в Германии. Мои дорогие, я всех вас поздравляю с 2021 годом. Желаю вам, дорогие мои, чтобы новый 2021 год подарил вам много поводов для радости. Пусть вам всегда сопутствует удача. Будьте счастливы в новом году. Пусть сбудутся все ваши самые заветные желания. Пусть все плохое, что было в 2020 году, уйдет с последним боем курантов. Новый год – это старт для новых возможностей, для новых достижений, для новых успехов. Желаю, чтобы счастье и удача стали вашими верными спутниками. Пусть будет крепким ваше здоровье. Пусть вас окружают только положительные и доброжелательные люди. А теперь, друзья, я немножко буду подглядывать, потому что наизусть я не выучила стихотворение. В новогоднюю ночь всем не спится. Каждый новое счастье зовет, вырывая из жизни страницу, в Новый год новый лист достает. Так пускай же судьба пишет лишь чернилами ярких побед, буква каждая счастьем пусть дышит, без помарок и горестных бед. Позвольте вас поздравить с Новым годом, пускай счастливым будет он для вас, удачи ярким дружным хороводом вас окружают каждый день и час. Время растворятся, словно льдинки, родные любят вас и берегут. Сверкнут так лишь от радости слезинки, а в доме правят счастье и уют. Дорогие мои родные, близкие, друзья, еще раз хочу сказать вам пожелания с новым 2021 годом. Я бы хотела включить вам какую-нибудь очень веселую новогоднюю музыку, но вы знаете, что на канале на Ютубе все время, ну, авторское право. Поэтому извините, мои дорогие, но поздравляю вас без музыки. Желаю вам счастливого Нового года!